Слов'янську до кінця осені має з'явитися освітлення на 27 вулицях приватного сектору. Загалом це мікрорайон Артема, а також Слов'янський курорт, залізничний вокзал, Черевківка та Східний. Про це повідомив міський голова під час прес-конференції. Аванс у розмірі 40 тисяч євро на ці заходи підрядник вже отримав. На условиях авансового платежу у нас вже 40 тисяч євро отримала компанія. У нас по улице Артема будет улица Арматурная, переулок Арматурный, улица Виноградная, улица Смоленская, Солдатская, Русская, Брянская, Ярославская, Офицерская, Вольная, Бульварная, Тихая, Курская, Физкультурная, Черниговская. До 30 ноября 2018 года будут освещены, а также на курорте Приозерный и переулок Приозерный, на железнодорожном вокзале улица Григория Данилевского, улица Котельникова, Волжская, Подгорная, на Черяковской улица Харьковская и на микрорайоне Восточной, Широкая, переулок Широкий, улица Донская, улица Селянская и переулок Селянский. Активно просуваються ремонтні роботи і у 13-й школі, яка має стати опорною. Наразі на об'єкті працює близько 120 чоловік. Якщо так триватиме і далі, то до 1 вересня мають встигнути, зазначив Вадим Лях. Ну, якщо такими темпами будуть продовжуватися роботи, якщо кількість людей, які сьогодні там работают, будет не уменьшаться, а увеличиться, я думаю, возможно. Потому что, в принципе, кровельные работы, я вижу, идут уже с 5 утра, потому что жаркая погода стоит, кровельщики работают. Ну, в общем, для себя просто такую, как бы, как правило, раз в день появляться на этом объекте. За информацией мэра, с дня на день має початися и реконструкция прибережной территории озера Вейсове. Финансирование уже надійшло, и подрядник до работы готовый. Полученное финансирование по проектам ДФР, так мы их называем, да, больше полутора месяцев мы ждали начала работ. На сегодняшний день договора заключены, и подрядчик приступает к работам. Это по Вейсовому и по на стадион установки искусственного поля. То есть два этих объекта в этом году появятся. Безусловно, сейчас, как только начнутся работы, сразу будет ограждение и сразу будет ограничен доступ людей, безусловно, потому что там, в принципе, работа будет вестись по всему, скажем так, озеру. Там будут делаться и стоянка, дорожки, пункти питання, отдиха і так далі. Повільно просувається реконструкція центрального парку. Наразі підрядник чекає, поки завершиться коригування проєктно-кошторисної документації. Також на цьому тижні почнеться капітальний ремонт двох доріг – вулиці Одеської та Вольної. Улиця Ярмарочна, к сожалению, переноситься, тому що заново об'явили тендер, але з-за того, що неправильно була подана документація учасниками тендера. Поэтому объявили заново, поэтому затягивается. Должны были одновременно стартануть. Також незадоволений міський голова тим, якими темпами просувається ремонт вулиці Банківської до автовокзалу. Втім, каже, іншого впливу на підрядника, ніж звернення до суду, немає. А це може затягнути справу ще на невизначений термін. Ну, ходити в суди і судитися буде ще довше, практика показує. Поэтому этот участок дороги уже будет делать этот подрядчик, который, ну, дойдет уже до, скажем так, все это до логического конца. И, как я уже говорил, 27 миллионов запланированы для того, чтобы мы получили дорогу от вокзала до вокзала. Проекты есть, в область поданы и уже даже есть выделенные финансирования. Просто пока что еще не разыгрывается тендер. Надеюсь, что на следующем тендере победит, ну, более достойный подрядчик, который проведет все работы в срок, качественно и быстро. Також, як зазначив міський голова, у цьому році ще виділятимуться кошти на ямковий ремонт, аби підлатати автошляхи на окраїнах міста.